Всем привет! С вами Виталий. Сейчас мы будем снимать открытие сундуков в игре Hillclimb Pressing 2. Можете даже не смотреть и не спрашивать, откуда у меня столько алмазов и монет. Разумеется, это я все взломал через Game Guardian. И то больше сотой попытки. Сейчас мы будем открывать сундуки редкие. Топ 200 редких сундуков. Ну и так, погнали. Раз. Два. О, легенда на Hillclimb, да? Три. Четыре. Пять. Шесть, почему звук не идет, у меня вопрос. Кто знает? Я что-то звука не слышу. Класс, анимация давать. Ну это я, да, спидхак включил. Главное сейчас, чтобы не вылетело. Это самое главное.
Итак, осталось еще 10 сундуков редких. Да погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Теперь можем проверять, что нам тут пришло. 10 каких-то деталей. Так. Ух ты. Легенда даже есть. Круто. Поставлю монетный ускоритель. Так. Может быть, крылья? Хотя не знаю, нет, крылья. Нет, давай еще колеса и крылья, может быть, убрать и поставить усиленное турбо. Вот. V38, да? Кепарики. Кепку я вообще пока что уберу, не хочется кепку. Тут я могу поставить тебя, да? Как вариант. Дальше я поставлю тебя. Так, тут темные брюки. Машина. Вот еще четыре вида. Краска мне самая больше нравится, кстати, вот это. Колеса вот эти. И анимация 4. Ну давай. А давай вот эту. Она прикольная. Вот такие вот мы сундуки открыли, сундучары. Короче, друзья. Так вот у нас был видосик. С вами был Виталий. Всем пока. До новых встреч. А, это что, прикол? Я нажимаю хватит, и оно ничего не реагирует. Я даже нажимаю паузу, и оно не реагирует. Это прикол, конечно.